Хип-хоп, друзья, даю свет, даю просвещение в массы. Сейчас у нас идет тренинг по специальному мануальному массажу. Мы рассмотрим стопу, да? Вот, смотрите, достаточно жестко прорабатываем и глубоко место соединения стопы с голенью, да? Лодыжку, вот она, видите, подпрыгивает, пружинит, так, пружинистое движение. Далее, притягиваем бедро к столу, а стопу, как вы видите, отрываем немножко. Тут растягивается и коленный сустав, и сустав стопы. Теперь берем стопу, как бы вот одеваем вот так вот на, растягиваете за пятку, на таранную кость. Раз, раз, растерли дополнительно ахиллово сухожилие до эффекта согревания. Чувствуешь, огонь пошел? Угу. Противоположную сторону сухожилие, поднимающие пальцы, и вот здесь вот, да, эффект улыбки Гюнплена. Это уже пошли зональные места и точки, да, акупунктурные. Вот над таранной косточкой, под ней, место, где на пятке острие, и там часто образуется шпора, да. Теперь саму стопу раскрутили, размяли, суставы друг относительно друга размяли. Это иногда бывает болезненно, так и